Привет, не побоюсь тебе представить новую колонку караоке. У нее очень хорошая воспроизводительность звука, как у микрофона, так и у самой колонки. Сейчас я ее раскрою и покажу вам ее во всей красе. Она очень большая. А пока что у нас внутри встречается первый сюрприз, и это пульт от этой колонки. Второй наш сюрприз – это микрофон, который будет подсоединяться к этой колонке. Также вас внутри будет ждать шнур, который будет подсоединяться к колонке, чтобы микрофон работал. Я его вам в скором времени покажу. Как вы сейчас можете заметить, колонка очень большая. У нее светодиод, который подойдет очень хорошо к караоке. Также там есть 5 кнопок, одну я нажал и включил эту колонку. Правда красиво? Левая кнопка помогает нам переключить музыку назад. Левая центральная кнопка, пауза и продолжить. Правая центральная кнопка у нас создана для того, чтобы переключать музыку вперед. Правая кнопка для того, чтобы включать радио. А центральная создана для того, чтобы переключать звук. Далее вы видите USB-разъем, чтобы подзаряжать колонку. На ваш экран сейчас для того, чтобы вставлять на колонку. То есть микрофон. Как вам это сделать, сейчас я покажу. Вставляем шнур. Это вы должны вставить микрофон, чтобы был звук у микрофона, который сходит из колонки. А в данный момент вы видите пульт, который нужен для колонки. Как вы видите, мы подключили штекер к розетке и можем петь. Это очень красиво звучит. Попробуйте. Это очень большая и крутая колонка. Всем спасибо за просмотр, спасибо, что досмотрели до этого момента. С вами был USB Регион, всем удачи и пока!